На белорусской сцене лидер проекта «Фрига», а также кино- и театральный композитор Дмитрий Фрига появился уже давно, однако сейчас его обволакивающие англоязычные треки получили вторую жизнь в эфире отечественных радиостанций, в том числе и благодаря релизу обновленной версии видеоролика музыканта на песню «You May Be». Такая лирическая, очень грустная баллада о том, что нельзя полюбить человека, если он для тебя не является всем в твоей жизни, если это не просто любовь, если это для тебя все без остатка. Идея снять ролик песни пришла к музыканту совершенно случайно во время чаепития с другом, увлекающимся видеосъемкой. Ребята решили, что стоит поэкспериментировать, и буквально на коленках смонтировали самую первую версию клипа. Не могу сказать, что вышел шедевр, даже скорее как наоборот. Спасла ролик идея с мультипликацией, которая так понравилась музыканту, что он решил продолжить работу над видео, несмотря на первую неудачу. В принципе, было все банально. Нужно было сделать какую-то линию развития сюжетную в клипе. Ну, решили, давай сделаем красивую любовную историю, которая бы параллельно подчеркивала вот эмоцию всей этой песни. Ну, как сделать? Опять же, взять каких-то там мальчика и девочку, которые актеры или не очень актеры, и бродить с ними по улицам, как бы, чтобы они это не умело все показывали, было не очень интересно. Я купил несколько кукол, обшил их тканью, получились такие девочка и мальчик, у которых происходит между собой объяснение в любви. Кстати, учился музыкант снимать мультики с помощью интернета, где свои любительские ролики в жанре стоп-моушен анимации выкладывают многие пользователи. 4 часа усилий не прошли даром, и трогательная кукольная любовная история заняла достойное место в ролике. За то время, пока был снят этот клип, я, наверное, стал чемпионом по приседаниям, потому что надо было присесть, подвинуть куклу, отойти, сфотографировать, подойти, присесть, подвинуть эту куклу, отойти, сфотографировать. Многие потом гудели целую неделю, но результат, в общем-то, все оправдал. Вторая часть клипа таких жертв и затрат времени не потребовала. Для большей атмосферности и эмоциональности видео Дмитрий заперся в черной-черной комнате, оставляя взору зрителя лишь самое необходимое. Хотелось, чтобы каждый человек, который смотрит это видео, у него создавалось ощущение, что я пою именно для него, и что он реально присутствует рядом со мной и слышит и видит, как это все происходит на самом деле. Что он не смотрит кино, что он не смотрит клип, что он, как бы, я рядом с ним. Больше всего времени, фактически несколько лет, занял постпродакшн ролика, за который за это время успели взяться несколько видеоинженеров. Но стремление к совершенству в этом случае закончилось благополучно. Лучшее не стало врагом хорошего. И несмотря на затянувшуюся работу над клипом, проект «Фрига» заполучил в свою клипографию то видео, к которому стремился. Не хотелось бы говорить что-то банального, а-ля «слушайте хорошую музыку». Просто слушайте меньше плохой музыки. Этого будет вполне достаточно.
through my life, you're an immortal being. But if you want to be my love, you should be my everything. We're flying high.